6 миллиардов рублей выделят в Башкортостане на ремонт подъездов в многоквартирных домах. Каждый год в регионе планируют проводить работы как минимум в 4000 подъездах. Таким образом, к 2024 году в республике должны быть отремонтированы 26 тысяч подъездов. Вот такую задачу властям поставил руководитель региона Ради Хабиров. Часть экспертов уверены, что выполнить эту задачу нереально. Другие, наоборот, считают, что это может быть сделать и нелегко, но вполне под силу. Так вот, с чего нужно начать в первую очередь и насколько под силу проделать такую масштабную работу, поговорим в эфире главного телеканала республики. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня юрист, руководитель проекта «Уфа-Сити-МИ» Вадим Беляков. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Ну, сначала, конечно же, вот вы как считаете, насколько реально проделать такую работу масштабную за 6 лет, отремонтировать 26 тысяч подъездов? Вообще, в целом, ну, задача, конечно, по силам, опять-таки, при наличии большого вливания бюджета со стороны республики. По сути, вот все, что заложено в этой программе, это должно делаться постоянно, на постоянной основе. То есть вот подъезды должны раз в 5 лет ремонтироваться. Угу. И по-хорошему ТСЖ, управляющая организация, они в свои планы должны закладывать вот эти мероприятия по ремонту подъездов. И при правильном планировании, при должном, опять-таки, финансировании, эти работы, они бы продолжались и делались бы раньше бы. И, соответственно, нам не пришлось бы сейчас в авральном режиме исправлять вот эти все недостатки, которые мы там накопили за какой-то период времени. Но здесь вот мы должны все-таки констатировать, что, я не знаю, там вот все предыдущие годы, к сожалению, управляющие компании, но практически внимания на подъезды, на их состояние не обращали. Совершенно верно. Ну, понятно, что где-то там приходилось делать, потому что жители тоже на месте не сидят. Они берут там приступом либо управляющей компании, либо пишут там претензии и в жилинспекцию, в прокуратуру, да, и где получалось там, скажем, там продавить, да, вот эти моменты, безусловно, ремонт приходилось делаться. Основная сложность в том, что, как сказал чуть ранее, то есть нормального планирования вот этой работы со стороны управляющей организации ее не было, в принципе. И хотелось бы, чтобы она, ну, помимо такой программы, которая сейчас запущена, чтобы она, в принципе, вошла в обычную практику для управляющих организаций ТСЖ, и работа по ремонту подъездов, как она должна быть за счет средств жителей, за счет средств содержания, она бы продолжалось дальше, не затрагивая, скажем так, бюджет республики или бюджет города, то есть без вот этих вот совещаний, да, и там ударов по голове, да, что нужно срочно-срочно там составить какие-то перечни и быстренько начать эти все работы делать. Ну, по поводу статьи содержания сейчас поговорим. Сейчас телезрителям также напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Телефон студии 2-925-985, код УФИ 8-347. И вот мне подсказывают, что уже есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы каждый месяц платим такую большую сумму за капремонт и региональному оператору. А почему наша Башкирия должна такие миллионы, миллиарды вкладывать на ремонт подъезд? А те деньги куда у нас деваются-то? Пусть с этих денег берут и ремонтируют региональный оператор. Угу. Это же неправильный расход денег. А вас как зовут? Неправильно совершенно. Нет, я говорю, вас как зовут? Деваются? Ну все, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, Вадим, ну действительно, вот если тогда в разрезе вот платежей за капремонт рассматривать? Ну, это обычная ситуация, когда жители не совсем видят разницу между капитальным ремонтом и ремонтом в подъездах. Uh-huh. То есть перечень работ по капремонту, который мы оплачиваем по, там, скажем, единой квитанции в адрес фонда регионального оператора, то он определен законодательно, как Государственной Думой, установленной в Жилищном кодексе, так и наши парламентарии дополнительно к 6 перечнем работ, то есть ремонт крыши, там, канализации. Добавили еще свои 6 ремонтов. То есть всего у нас 12 видов работ, которые можно делать по закону за средства капитального фонда регионального оператора по капремонту. Угу. Соответственно, ремонт подъездов, как вот я уже говорил, это то, что должно делаться периодически, там, не реже, чем раз в 5 лет, за средства жителей, которые собираются по статье содержания. Опять-таки, большинству сложно понять, что входит в эту строку содержания, какие суммы они должны платить, как они планируются, потому что нормальной разъяснительной работы, нормального объяснения жителям, там, старшим по домам и в целом потребителям, которые живут в этих домах и подъездах, она не ведется. Потому что вот основная проблема в том, что управляющие организации ТСЖ должны правильно управлять и обслуживать то имущество, то жилое, там, многоквартирные дома, которыми находятся в управлении и в которых живут жители. Соответственно, минимум 2 раза в год они должны проверять, в каком состоянии находится дом.
и должны понимать, что раз, например, сегодня 19-й год, если последний раз ремонт подъезда, например, делался в 14-м и ранее, они должны были в конце 18-го года прийти к жителям и сказать: господа хорошие дамы, вот у нас сметная ведомость, вот у нас мы по закону должны делать такие-то работы, вот на эти работы нужно столько-то денег, давайте с вами проголосуем и выберем подрядчика, выберем сумму, которая необходима для того, чтобы эти нормативно заложенные стандарты выполнить. Жители, соответственно, должны уже в нормальном конструктивном диалоге с управляющей организацией быть, сказать: хорошо, мы принимаем или не принимаем. Если не принимают, то тогда, конечно, какие-то жалобы о том, что у нас нет ремонтов подъездов, но они немножко непонятны и абсурдны, да, потому что мы им управляющая компания предложила сделать, а вы отказались. Либо управляющая компания со своей стороны там должна предложить, если жители отказываются, а они настойчиво там, потому что придет жилинспекция и будет им давать какие-нибудь предписания, штрафы, они должны пойти в суд и обязать жителей, чтобы они все-таки скинулись и сделали ремонт подъезда, потому что так положено. Ну а если говорить вообще вот об этой статье содержания, да, вот если мы понимаем, мы платим ежемесячно вот в эту статью содержания энное количество денег, но при этом управляющая компания, когда заходит речь о ремонте, всегда мотивирует отказ. Почему они не делают ремонт в подъезде? Тем, что они всегда уходят в минус, денег всегда не хватает, но и, соответственно, вот основная причина, почему не производится ремонт многоквартирных подъездов, многоквартирных домов. И вот насколько правда так, что всегда эта статья минусует? Ну, вообще, в минусе дом быть не может по определению. Ну, по той простой причине, что заложив сумму за содержание, ну, условно, там, 18 рублей с квадратного метра, и управляющая компания, принимая на себя на текущий год, например, на 19-й, скажем, принимая, что они будут выполнять необходимые работы по содержанию дома, чтобы он был в надлежащем виде, и если им достаточно этих 18 рублей, значит, они должны к концу года либо их полностью все эти деньги израсходовать, либо у них должен остаться какой-то запас при правильном планировании. То есть в минус, в принципе, если они уходят в минус, это значит, они свои деньги вложили, сделали какие-то работы и перекладывают на жителей, они не имеют права по той простой причине, что жители не согласовали эти работы, эти суммы. Но при этом вот эти вот, если говорить, они должны запланировать, но вот у нас практика как сложилась? Все-таки планируют у нас управляющие компании или зачастую нет и ведут свою текущую деятельность? Но вот проблема появилась, давайте сейчас как-нибудь ее решим. Ну, я, честно, не видел этого планирования. Это если, наоборот, жители заставляют там сказать: давайте мы запланируем, что-то выберем. Со стороны управляющих организаций такое, ну, я, честно, не встречал, чтобы они самостоятельно с этим выходили. Даже, скажу, есть наши там посетители нашего сайта, которые просили у управляющих компаний дать им план на будущий год по статье содержания, но им ничего не давалось. Но если давайте практику рассмотрим таким образом, 5 лет подходит, к примеру, да, жители платили, ремонт не производили, но вот, так скажем, такие требовательные жильцы, они пошли в управляющую компанию и сказали: так, мы 5 лет платили, будьте добры сделать вот этот самый ремонт нам, изыщите эти деньги, я не знаю, там, если вы закладывали, тем более, да, там, я не знаю, например, те же 18 рублей закладываются, соответственно, ну, не знаю, 3 рубля, может быть, уходят вот на статью капремонт, должны собираться, накапливаться, аккумулироваться каким-то ремонт образом. Да, ремонт подъезда, совершенно верно. Вот здесь вот можно ли отстоять, так скажем, вот в рамках вот этих 5-летнего срока, так скажем, да, у кого-то, может быть, 10-летнего, где ремонт не проводился, так, чтобы управляющая компания произвела этот самый ремонт? Можно и нужно, и так и должно быть. Только это очень сложно, тяжело. По большой части всех отправляют идти в суды. Но понятно, что там 99,9% наших жителей, они в суд не пойдут. Ну, по причине того, что это тяжело, сложно, трудозатратно, и надо платить деньги, да, там, юристам, а общественных организаций, ну, в частности, как наша, да, у нас там поддержки там практически никакой нет, поэтому мы в рамках, возможно, вот объясняем жителям, там, помогаем, советом, на сайте у нас есть там всевозможные формы, но в суды нам, только суды... если, скажем так, резонансные какие-то случаи есть, вот мы по ним пытаемся как-то работать. Но судопроизводство каким образом сложилось, что все-таки они встают, суды, на сторону жильцов или нет? Практика по России такова, что да, и раз вы управляющая организация, это коммерческая структура, раз вы приняли на себя обязательство производить минимальный перечень работ, вы обязаны были запланировать и сделать условно ремонт подъезда вот в какой-то период. Раз вы не сделали, вы обязаны это сделать, несмотря на то, что вы даже не запланировали эти деньги. Это ваш коммерческий риск. По поводу вот ремонта 26 тысяч подъездов. Список сформирован уже. Ну вот у вас, как у юриста, к его формированию какие-то вопросы возникли или нет? Может быть, есть подъезды достаточно очень хорошие, попали туда, да? Где, может быть, ремонт в принципе не требуется или нет? Или не смотрели? Мы, конечно, не успели еще все дома обойти, потому что он буквально появился, список там четверг-пятницу на прошлой неделе.
Естественно, пользователи нашего сайта уже писали, обращались к нам и в соцсетях наших, что ну, критерии, да, непонятно, по каким попали там те или иные дома, потому что дома новые. Но я предполагаю, что, конечно, там нет домов, в которых последние там 2-3 года делался ремонт. Скорее всего, да, ремонта не было там 5 и более лет. Угу. Другой вопрос, что не было нормальной разъяснительной работы, опять-таки. То есть по каким критериям, а, эти дома попали, б, когда попадут в дома других жителей, потому что, ну, мы понимаем, да, вот ну, конечно, из 523 домов, по-моему, да, вот Уфы, ремонта требует около 4000 домов. Угу. То есть там 3500 домов, они ждут. И они вот видят, да, что вот соседний дом попал такой же, а их не попал. Почему? То есть объяснить-то всегда людям можно, было бы желание, да, то, что у вас там был, например, ремонт крыши, да, и давайте подождем. Ну, с другой стороны, невозможно же взять, вот я не знаю, верхний край республики и пойти вниз, да, вот да, таким это образом. Безусловно, это сделать, конечно, и да. Никто и не говорил, что там все подъезды отремонтируются за один год. Но люди задают нормальные вопросы, понятные, да, с их стороны, как обыватели, как потребители. Главное объяснить. Да. И объяснить-то можно, но пока, к сожалению, я вот не видел, да, чтобы и программа на следующий. Последующие годы не было, чтобы вот они зашли. Да, вот у нас в этом году не будет, но вот у нас там в 12-м, в 21-м году. Вадим, подсказывай, давайте телефон звонок примем, после этого продолжим. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, сорвался или нет? Да, ну вот будем надеяться, что вы дозвонитесь, еще пару минут есть. Но вот если говорить по сформированному вот этому списку, тоже, так скажем, где ремонт будет производиться, жители каким образом надзор будут осуществлять? Могут ли они, так скажем, ну, совместно, да, выбрать, я не знаю, цвет в краске, в которой будет покрашен, так скажем, подъезд, да? Может быть, они не хотят штукатурку, может быть, они хотят полностью облицевать, там, может быть, добавить деньги. Вот здесь вот, как думаете, диалог будет или нет? Ну, по-хорошему он должен быть. Я думаю, что он где-то будет, опять-таки, со стороны там особо инициативных жителей. Если это говорить на примере программ там, асфальтирования дворов, как она была раньше, то там, ну, условно, уже все было решено, принято, да, только надо было действительно провести собрание, подписи по жителям собрать и отдать этот протокол. А каких-то своих инициатив, ну, в частности, вот по программам асфальтирования, я знаю, что люди пытались что-то изменить, в том числе там, вложить какие-то свои средства, но это там где-то спускалось, да, и не получалось. Здесь, я думаю, при той, скажем, ситуации, как сейчас глава республики, да, там сказал, что необходимо слушать жителей, mm-hmm. чтобы они выбирали, я думаю, ситуация сдвинется и где-то получится. Но опять-таки поставили четкие сроки, да, там до 20 февраля, чтобы все это было уже определено. Безусловно, жители, которые будут пытаться сделать так, как им хочется, они не смогут пойти на поводу управляющих компаний. Как это сделать, мы всегда готовы объяснить, помочь и рассказать, как сделать так, чтобы в вашем доме жилось там наиболее комфортно. Ну, будем надеяться, что все будут обращаться к вам и к вашим коллегам. Спасибо большое. Сегодня в гостях был юрист, руководитель проекта Уфа Сити МИ Вадим Беляков. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам на эфир. Ну, а телезрителям хотим напомнить, что уже с 1 апреля начнутся ремонтные работы вот в первой 1000 подъездов, которые запланированы на этот год, поэтому в обязательном порядке смотрите этот список. А и те, где производится ремонт, конечно же, тоже смотрите, как он делается, как работа проводится, так, чтобы потом не говорить, ох, все сделали некачество, где же вы были, что называется. Смотрите обязательно. Главный телеканал Республики, будьте в курсе событий, не переключайтесь.